добрый вечер. Мы готовы рассказать о событиях понедельника и выходных, так что приступим. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с директором регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Дмитрием Молоковым. Он возглавил учреждение в мае этого года. Темой обсуждения стали задачи по усилению системы работы с талантливыми школьниками. Поддержка одаренных детей для нас ключевое направление. В округе запущено много программ для выявления и развития талантливых ребят, и важно, чтобы эти программы работали и помогали нам добиться результата, подчеркнул Дмитрий Артюхов. Система поддержки талантливых детей на Ямале состоит из нескольких направлений. Это денежные поощрения для учеников и педагогов за 100 баллов на ЕГЭ, премии за результаты на Всероссийской олимпиаде школьников и возможность заниматься в лучших образовательных центрах страны. Губернатор поставил задачу дополнительно развивать систему нематериальной мотивации. В соцсетях новоуренгойцы предлагают дорожникам точки приложения асфальта с фотографиями и указанием локации и требуют от специалистов активности. Как идет борьба с дырами в покрытии и близка ли победа, узнавала Милана Федорова. Из-за такой огромной и глубокой ямы тяжело заезжать во двор. Когда уже наведут порядок? Писали жители в соцсетях. За последние несколько дней горожане жаловались на ямы во дворах проспекта Губкина, микрорайона Восточный и не только. Провалилась дорога и в микрорайоне Мирный. В сети писали, что здесь можно легко повредить автомобиль, тем более, если он на низкой посадке. Неравнодушные жители в качестве предостережения даже организовали вот такой предупреждающий знак. Кинули на злополучное место покрышку, чтобы о возможной опасности знали все. Однако увидеть ту самую глубокую яму мы не успели. Ее оперативно засыпали. Засыпать яму – это, конечно, мировременное. К подобное уже прибегали в апреле. Тогда холодным асфальтом залатали все в городе дыры. В порядок привели 160 квадратных метров дорожного полотна. Однако такая методика недолговечна. Прежде всего, неустойчива под фурами. Под воздействием тяжести многотонных машин холодный асфальтобетон постепенно расплывается. Так и появляются очередные ямы. Холодный асфальт, он держится недолго, просто пока нельзя работать горячим асфальтом, чтобы наши водители не мучились и не ездили по этим ямам. Сейчас холодный асфальт будет вырезаться, и уже будем заделывать эти ямы горячим асфальтом на длительный период. Именно горячим асфальтом создается ровное и прочное покрытие, способное выдержать любые нагрузки. Однако такой способ устранения ям достаточно прихотлив. Необходимо дождаться теплую погоду с температурой выше 10 градусов Цельсия и исключить возможность появления осадков. У нас есть муниципальный контракт, мы работаем по муниципальному контракту, определены территории, которые за нами закреплены, и где мы должны убрать ямы, залатать эти выбоины. Вот. Но поступают, если жалобы от новоуренгойцев, конечно же, мы реагируем, жалобы приходят и нам в социальных сетях, и также мы следим за всеми городскими пабликами, и где, например, самые большие ямы, туда выезжаем в первую очередь. Раз и навсегда устранить все ямы в дорожном полотне специалисты УГСК планируют в начале лета. А до тех пор будьте осторожны и смотрите по сторонам. Милана Федорова, Антон Берестянский, информационное агентство «Импульс Севера». Теперь о происшествиях. Сбил бетонный столб и скрылся с места ДТП. Накануне водитель Hyundai при повороте с Ленинградского на улицу Юбилейную не справился с управлением, нарушил скоростной режим и врезался в опору линии электропередач. От удара столб рухнул на проезжую часть, повредив иномарку, которая двигалась в противоположном направлении. К счастью, кроме транспорта, никто не пострадал. А вот водителю корейского автомобиля теперь придется ответить по всей строгости закона. Водитель, причастный к дорожно-транспортному происшествию, с места происшествия скрылся. В дальнейшем сотрудниками ГИБДД мужчина был разыскан. Им оказался новоуренгоец 1981 года рождения. Он привлечен к административной ответственности. Также у мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, но от прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего произошло 28 мая. В одном из дворов на Сибирской водитель Audi сбил 11-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на велосипеде. В результате столкновения подросток получил травмы и был доставлен в Новоуренгойскую центральную городскую больницу. Хочешь открыть свое дело? Обращайся в Департамент экономики администрации города по телефону 94 78 22. 94 78 22.
Новоуренгойский управленец стал лучшим в стране. Начальник департамента соцполитики Александр Норко победил в суперфинале конкурса «Лидеры России». Участниками суперфинала стали представители 56 регионов страны и 6 зарубежных государств Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов. Победителями стали 10 человек, в их числе Александр Норко. Теперь он получит грант на образование, а также сможет поработать с известными управленцами страны, вплоть до замов и руководителя администрации президента, федеральных министров и губернаторов. Еще одним победителем стал ямалец Кирилл Скороходов из Пуровского района. Поздравления землякам в своих телеграм-каналах уже адресовали губернатор Дмитрий Артюхов и глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Предварительное голосование «Единой России» на Ямале завершилось. Победителей определили более 9 тысяч жителей Надымского района и Нового Уренгоя. Напомню, новоуренгойцам предстоит доизбрать 3 депутатов Гордумы и определить представителей Ямала в Тюменском парламенте. Традиционно своих кандидатов для выдвижения «Единая Россия» определяет путем предварительного голосования. В этом году участие в нем приняли 29 претендентов. По итогам на участие в довыборах депутата Тюменского парламента 7-го созыва по Надымскому одномандатному избирательному округу номер 2 победителем стал Дмитрий Плотников. Свои симпатии ему выразили почти 4000 человек от общего количества голосов. Желание жить в чистом городе объединяет. В минувшие выходные вновь прошли субботники. Специалисты администрации города, коллективы предприятий очищали территорию во всех районах Нового Уренгоя. Таким образом, северяне присоединились к федеральной акции «Зеленая весна», а также городскому проекту «Наш чистый Новый Уренгой». Борьба за чистоту шла и в тундре. К примеру, сотрудники компании «Газпром Добыча Ямбург» навели порядок не только в окрестностях своих офисов. Вахтовый персонал тоже вышел бороться с мусором на месторождениях. Расскажите, пожалуйста, готовы ли вы к предстоящей уборке? Всегда готовы. Каким настроем идете? С позитивным. Погода благоволит сегодня. А знаете, где будете убирать? Конечно. Где? За зданием, наша территория. Мы не только убираем территорию, но и показываем, что мы своим примером следим за окружающей средой и хотим, чтобы наш город и наши мысли были чище. У нас есть памятка. Синие мешочки для легкого мусора, в связи с тем, что пакет сам тоненький, пластик, бумага, посуда и так далее. А черный – это для более тяжелых отходов, которые жестяные банки, стекло, ну и так далее. Довольны ли вы результатом и навскидку, сколько здесь мешков? Результат, конечно, но вы уже видите, это результат, он и есть результат. Здесь мешков, может быть, мешков 50, может 100. Один маленький, другой большой. Вот. Но тем не менее, с такой территории результат есть. Это все неаккуратность наших людей. И безлаборность, как можно сказать. А если бы люди все выбрасывали, то этого бы не было. Это лишь малая часть общей картины. В этот день на субботник вышли почти 800 человек. Это сотрудники офисов и персонал на месторождениях компании «Газпром Добыча Ямбург». Они собрали порядка 14 тысяч килограммов мусора. А ты вот сказала, хочешь помочь природе. Почему? Потому что от деревьев мы дышим. Природу мы должны защищать. Как ты думаешь, большие люди, большие взрослые, как должны защищать природу? Должны убираться, не раскидывать везде мусор. Бутылки всякие, сигареты.
Любовь к чистоте и порядку газодобытчики прививают своим детям с раннего возраста. Они берут их на субботники и доказывают, сделать город чище общими усилиями можно за полчаса. Алена Ядня, Виктор Ятленко, информационное агентство «Импульс Севера». В год экологии Ямал ждет масштабное озеленение. Это высадка цветов, кустарников, деревьев и посев газонов. По поручению губернатора объем озеленения увеличен в 2 раза. В городах и поселках высадят более 1 000 000 цветов, а также свыше 31 тысячи саженцев деревьев. В Новом Уренгое к работе уже приступили. Подробности у Евгении Дмитриевой. В этом году в городе ожидается масштабное озеленение. Высадка цветов уже началась. Первым украсили кольцо возле аэропорта и территорию Стеллы. Следующим на очереди виадук. Там уже подготавливают почву. В городе будут расположены 30 топиарных фигур, которые будут идти в комплексе с клумбами и цветочными конструкциями. Общая площадь почти 4000 квадратов. В этом году у нас подошли комплексно к благоустройству и озеленению. Будет на территории города будет высажено 440 больших деревьев. Это ель сибирская будет, кедр, голубые ели. Много кустарников, более 5000, цветущие в том числе. По поручению губернатора объем озеленения увеличен в 2 раза. Об этом еще в апреле в своем отчете рассказал глава города Андрей Воронов. Хочу обрадовать всех. У нас в этом году выделено беспрецедентное финансирование. Будет выполнено комплексное озеленение большой части города. Будет высажено порядка 450 крупноразмерных деревьев, 347 тысяч цветов, около 6 тысяч кустарников. А всего будет создано новых газонов на 10 гектарах. Такого на самом деле никогда не было. Все это приедет к нам из Тюменской области. Цветы перевозятся в машинах на специальных установках, чтобы ничего не повредить. Грунт для рассады производится также предприятием подрядчика. Полив цветов осуществляется ежедневно теплой водой. А в связи с холодной неделей все высаженные цветы укрывают, чтобы они не померзли. Подготовленная рассада, она минусовая, то есть вот цветы, которые здесь сейчас высажены, они держат температуру до -2. Это одна из первых причин. Вторая, мы ориентируемся и смотрим прогноз погоды. У нас была теплая неделя, мы этот момент использовали, осуществили высадку на первых 2, даже 3 клумбах. Сейчас высадка приостановлена до повышения температуры стабильного плюс 4, плюс 5, плюс 8. Помимо привычных для нас бархатцев, фиалок и петуний, подрядчик обещает порадовать горожан новыми видами цветов. А самыми главными объектами станут откосы виадука и развязки Солнечная, где жители города ждет сюрприз. Полностью все цветы будут высажены до конца июня. Евгения Дмитриева, Виктор Ятленко, информационное агентство «Импульс Севера». Продолжаем наш информационный обзор. Новый Уренгой принял участие в литературном марафоне. На протяжении 13 часов горожане читали произведения Корнея Чуковского. Мероприятие посвятили 140-летию со дня рождения любимого многими автора. На уличной сцене выступали не только артисты, но и просто все желающие. Произведения не обязательно было знать наизусть, их можно было прочитать с листа. Чтения также проходили в рамках «Библионочи». Наша съемочная группа посетила праздник рифмы. В этом году «Библионочь» в Новом Уренгое проводится 12-й раз. И она впервые проходит под открытым небом, и впервые она началась в полдень. Мы будем работать здесь, в арт-резиденции, на площади нашей городской. Будем работать в течение всего дня до 22:00. Каждый житель нашего города может присоединиться к нашим площадкам. Их очень много. Основная тема «Библионочи» – про традиции. И мы постарались совместить именно самые интересные, самые главные для нас традиции. Это традиции ямальские и традиции России, то есть русской культуры.
главная задача библиотеки – это подавать информацию. Это не только книги, как раньше. Это главное – информировать, давать возможность получать новые каналы знаний. Поэтому добро пожаловать в нашу библиотеку. Кстати, мы будем работать здесь в течение лета, и каждый житель может по субботам, приходя к нам сюда в резиденцию, поучаствовать в наших мероприятиях. Муха Цокотуха, героиня, всеми любимая Корнея Ивановича Чуковского. Это часть нашего отношения к Корнею Ивановичу, 140-летие которого в этом году мы отмечали. Муха Цокотуха – это одно из произведений, которое является частью сегодняшнего чтецкого марафона. Библиотекари сегодня также будут на площади ГДК «Октябрь» читать в отведенное для нас время. С 5 до 7 мы участвуем в чтецком марафоне. Муха-муха цокотуха, позолоченное брюхо. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Муха цокотуха – это та сказка, которая ассоциируется, мне кажется, у всех с детством. И вообще очень многие произведения Корнея Ивановича Чуковского нам известны самого детства. И сейчас дети также продолжают их с ними знакомиться. Мы как педагоги, как люди, которые работают с детьми, мы обязаны приобщиться к этому знаковому мероприятию. Библионочь не единственное мероприятие, которое проходит на городской площади. Также здесь сегодня впервые проходит чтецкий марафон. Он посвящен творчеству Корнея Чуковского. В этом году ему исполняется 140 лет. Давайте узнаем у наших горожан, знакомы ли они с творчеством этого детского писателя. Знаком ли ты с творчеством Корнея Чуковского? Да. «Тараканище», «Майдадыр», «Айболит». Чему тебя научили сказки Корнея Чуковского? «Айболит» меня научил, что не надо бояться врачей. Вот. «Майдадыр» научил то, что не нужно, нужно мыться там всегда. Все сотрудники городского дворца культуры «Октябрь», как и все желающие жители города Нового Уренгоя, могут присоединиться к этому замечательному событию и подарить свое творчество, прочитать стихи, прочитать и почитать стихи и прозу Чуковского. Просто бедняга не выше, вот этакой маленькой выше. И каждая может ворона, что тебя там убить, Егемона. А он, поглядите, какой боевой. Страшно, и детка бросается в бой. Идея этого марафона – это не только напомнить о юбилее замечательного автора, а прежде всего как раз напомнить о том, что нужно читать книги. Информация, сегодня обилие информации – это здорово. Но вот мне кажется, на такого рода литературе как раз детские наши умы питаются тем добрым, тем теплым, тем, что в принципе сейчас так нужно нам всем. Также одной из площадок в рамках проекта «Чистый Ямал» стали мастер-классы по изготовлению подделок из старых книг. «Вторая жизнь книги» – акция, которая реализуется на Ямале. Она призвана в прямом смысле подарить книжной бумаге вторую жизнь. Как признаются сами библиотекари, они очень трепетно относятся к литературе, поэтому ранее, когда приходил час списания старых, пришедших в негодность книг, сотрудникам библиотечных пространств было непросто, однако с этого года было решено реализовать идею «Вторая жизнь книги». Это пирамида «Арт-объект», который реализуется в рамках проекта «Вторая жизнь книги», является частью проекта «Чистый Ямал». Сегодня мы разными шрифтами написали слово «библиотека» на гранях этой пирамиды. Это и японский, и кириллица, и греческий, и многие другие языки. В дальнейшем этот арт-объект станет украшением центральной городской библиотеки, которая откроется в сентябре, и мы приглашаем всех жителей города.
В рамках чтецкого марафона состоялся и марафон здоровья. Он прошел на площадке «Виадук». Спорткомплекс под открытым небом собрал желающих зарядиться позитивом. Здоровой активности для горожан подготовили специалисты администрации и общественники. Все желающие выполнили несложный комплекс упражнений. Позитивную атмосферу дополнила веселая музыка. Региональная общественная организация «Ямал без наркотиков» совместно с департаментом социальной политики организовала спортивное мероприятие на площадке «Виадук». Мероприятие называется «Молодежь Ямала за здоровый образ жизни». Хочу отметить, что в нашем городе много делается для активного спорта. Призываю всех вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, чтобы быть успешным, независимым и сильным. А теперь о спортивной жизни города и округа. Обзор соревнований и достижений озвучит Алекс Прудиус. Привет, коллега. Всем привет! Новорингойские спортсмены вновь на пьедестале. Первое место на всероссийских соревнованиях по боксу заняла воспитанница спортивной школы «Контакт» Арина Кузьмичева. Девушка превзошла соперниц в возрасте 13-14 лет в весовой категории 54 килограмма. Первенство России проходило в Королеве. В нем приняли участие 390 спортсменов со всей страны. Хорошие результаты показали и 6-летние воспитанники спортивной школы имени Константина Еременко. 28 мая на базе спортивного комплекса «Ямал» состоялся турнир по мини-футболу. За победу боролись 4 новорингойские команды. Сильнейшей оказалась команда «Ямал», на втором месте «Арктика», на третьем – детский сад «Руслан». Северяне покорили фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. В ноябрьске прошел второй этап летнего фестиваля «Готов к труду и обороне» – «Зона Восток». Туда отправились учащиеся общеобразовательных учреждений от 11 до 15 лет из 6 городов Ямала. Ребята выполняли нормативы комплекса ГТО и по ФП, стрельбе, плаванию и легкой атлетике, а также посоревновались в эстафете, а все для того, чтобы попасть в окружную команду, которая отправится на всероссийский этап. Виктор Калашников из Лабытнанги в составе сборной России стал двукратным обладателем Кубка Республики Беларусь по стрельбе из лука в личном и командном финале дисциплины «Блочный лук». Соревнования прошли в Минске. Ямальцы выступили на всероссийских соревнованиях по конному спорту. Состязания проходили в Ханты-Мансийске. Наш округ представили спортсмены Ноябрьского конно-спортивного клуба. Эвелина Валентинова завоевала золото в упражнении «Кавалетти на стиль всадника». Ульяна Авраменко стала победительницей в трех упражнениях и получила абсолютное первенство. Анастасия Пивоварова завоевала 3 бронзы в различных упражнениях. Поздравляем спортсменов и тренеров с достойными результатами. Таким был наш спортивный обзор. С вами был Алекс Прудиус. Будьте здоровы! Пока! С приходом тепла в городе стало более шумно. На дороге выехали мотоциклисты. В субботу состоялось официальное открытие сезона. Мотоциклисты собрались на площадке в районе Пассажа, а потом совершили традиционный пробег по улицам Нового Уренгоя и возложили цветы к вечному огню на площади памяти. Мототусовка – это возможность не только поприветствовать друг друга, но и поделиться грандиозными планами на сезон. К примеру, представители местного отделения «Ночных волков» уже строят маршруты путешествий. В этом году посетить Монголию. Вот, Монголию. Поэтому как бы сейчас вот будем накатывать, готовиться к этому. Ну, как бы вот так. Такие Сколько планы. Человек отправится, когда планируете? Примерно. Ну, планируем в августе. Сколько человек, не могу сказать. Сейчас, видите, ситуация сложная. С отпусками у всех все как-то передвинулось, все как-то так. Немножко не это самое, непонятно, ну вот. Но я думаю, что вот такие путешествия, как бы, когда едешь на дальняк, ну лучше всего не больше 4. Ночные волки собираются в Монголию. Скажите, какие планы у вашего клуба? У нашего клуба, Нурбек клуба, в этом году планы для постройки байк-поста. У нас потихоньку клуб расширяется, так как этот бывший клуб был в Новом Уренгое, теперь он переехал в Старый Уренгой. И у нас объемы маленькие, мы решили расшириться. И для попутных людей, которые приезжают к нам сюда, на северные города, у нас появится байпост, чтобы они могли отдохнуть, расслабиться, попить чаю, кофе, переспать спокойно и двигаться дальше.
Четыре колеса на два сменили не только байкеры, но и велосипедисты. На всероссийский велопарад вышли миллионы любителей экологически чистого двухколесного транспорта по всей России. К акции присоединился и Ямал. В эти выходные на старт вышли жители Таркасале, Оксарки, Салехарда и Нового Уренгоя. 28 мая мы каждый год открываем велосезон. Это получается уже шестой велосезон мы открываем. Решили с народом прокатиться по северной части. Но велосипед – это самый чистый транспорт. Можно кататься зимой, летом. Я как администратор катаюсь зимой до минус 25. Сейчас наступило лето, я вообще автобус заброшу. Машины у меня нету, буду ездить на велосипеде. И вас приглашаю тоже с нами поучаствовать. Ну что ж, каждый выбирает транспорт для себя, а в хорошую погоду и пешие прогулки неплохо заряжают. Это лишь вопрос личных предпочтений. А у меня на этом все. Увидимся.